Бьет ли молния в одно и то же место дважды? В одно и то же место молния бьет. Более того, обычно не два раза, а 5-7, иногда и вовсе 15-20. А вот один раз ударяет редко. Почему, спросите вы? Привет, меня зовут Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Причина первая. Особенности местности. Молния с большей вероятностью ударит в одиноко стоящее дерево, чем в находящийся рядом песчаный холмик. Потому что напряженность электрического поля вокруг острых и высоких проводящих предметов, да, дерево тоже может проводить электричество из-за содержания в ней воды. При одном и том же напряжении больше, чем вокруг плоских или шарообразных. Именно по этому принципу и работают громоотводы. Известны случаи, когда молния била в рядом стоящие мачты несколько раз подряд. Причем из двух соседних мачт, одинаковых высотой, но изготовленных из разных материалов, дерева и металла, молния ударяла в последнюю, так как металл проводит электрический ток лучше, чем дерево. Конечно, молния может ударить и в ровную поверхность, но опаснее место, где электрическая проводимость почвы больше. Например, молния скорее попадет в болото, чем в сухую почву. Не так давно ученые определили место на Земле, куда чаще всего бьют молнии. Вторая причина, по которой молния бьет в одно и то же место несколько раз, заключается в особенностях ее образования. Процесс начинается с грозовых облаков. В них развиваются интенсивные вертикальные движения. Влага, испаряющаяся с поверхности Земли, поднимается вверх в виде капель. Множество таких капель и образуют облако. Если температура внутри него достаточно низкая, капли замерзают, превращаясь в льдинки. При соударении осадков специального вида крупы с каплями, одни заряжаются положительно, а другие отрицательно. Если два таких грозовых облака подходят близко друг к другу, заряженные частицы прокладывают между ними канал, температура которого достигает примерно 3000 градусов по Цельсию. В этот момент мы и видим молнию. Она может возникать и при разряде грозового облака на Землю. Кстати, температуру самой молнии ученые измерили не так давно. Для этого им пришлось моделировать искусственную молнию. Через некоторое время после удара заряд восстанавливается, так как вертикальные движения в грозовом облаке сильные. Это происходит особенно быстро. И частицам гораздо выгоднее пройти по тому же каналу еще раз, чем разогревать другой. Причина – экономия энергии. Защититься от удара молнии просто. Во время грозы избегайте возвышенностей, следовательно, не прятаться под деревьями. Напротив, лучше держаться ближе к земле и не пытаться укрыться за металлическими предметами. Если же молния застала вас в воде, следует как можно быстрее причалить к берегу. На этом все, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!